Всем привет, меня зовут Артём, и сегодня я расскажу про 4 удара в боксе, самых основных. Погнали, первый удар – джеб, он выполняется передней рукой, и при частом использовании он очень утомляет соперника. В атаке вы можете прочувствовать слабые стороны с помощью него, а в защите вы можете держать соперника на достаточной дистанции. Погнали по второму. Боковой удар с использованием всей массы тела. Этот удар очень сильный, и с помощью него происходит очень много нокаутов. И это мой самый любимый удар. Третий удар – апперкот. Выполняется снизу. В этом ударе очень важно использовать спину. Вот. Этот удар очень сильный, и вам очень важно попадать либо в солнечное сплетение, либо в челюсть. Если вы сильно попадете в челюсть, это гарантированный нокаут. Четвертый удар – кросс. Он выполняется дальней рукой. Смотрите, обычно он используется после серии джебов. Раз, два, три. Очень важно после этого удара не потерять равновесие. Из-за того, что мы очень резко вкручиваем туловище. Смотрите, раз, два, три. Очень важно не потерять равновесие. Один удар. Сделал, дальше качаем. Всем пока.